Всем привет, с вами Джага, сегодня мы поиграем World of Tanks. Очередной прикольный режим, введенный компанией Wargaming, это танковые гонки. Собственно, для именно этого режима выдается уникальный танк, легкий танк М24 Чаффи спортивный. И для него дается 100% обученный экипаж. Ну и участвовать можно только в гонках на этом танке. Давайте же поучаствуем. Поговаривают, что можно будет... Кстати, вот команда из трех участников. Задача проехать первым на базу и захватить ее. И тут время, в общем-то, имеет большое значение. Если ты приедешь секунд на 10 первее, по тебе не попадут издали, то, в принципе, шансы захватить базу очень велики, потому что захват там идет... сравнительно быстро. Ну, быстрее, чем в простых режимах в обычном бое. Вот. Значит, можно... Ну, треки разделены. Наш трек и трек противника. Но можно перестреливаться через вот платформы или же через забор. Отлично. Нет, наш пошел. Я думал... Ой, спасибо. Ой, спасибо, спасибо. Можно, кстати, да, тут все так взрывается просто такой Firefly. Но постреливать врагов через забор желательно в тех местах, где вот такие выбоины есть. Да что такое? Вот как тут вертит, когда вот наезжаешь на какой-то пиксель, танк разворачивает, теряется скорость вообще из-за ничего. Бывает еще при перепрыгивании провала на шоссе тоже танк приземляется и считается, что он в стенку ударился. Отлично, один враг ушел. Ушел, короче. Ай. Тут можно попытаться автоприцелом, но... Совсем не факт, что получится хорошо с автоприцелом. Потихоньку мы его фокусим. В общем-то, противники. Но они идут плотненько, но сзади. Я очень надеюсь, что у нас получится захватить базу раньше, чем они к ней доедут. Оп. Ну мы так потихоньку его разберем. Надеюсь. Опять же, тут можно перепрыгнуть на трек противника, но можно при этом и упасть. А совсем не перепрыгнуть. Для чего-то он затормозил, что он хочет делать? Просто пострелять по нам. Поскольку враги отстали, я считаю, что у нас шанс захватить базу очень большой. Я даже особо стрелять не собираюсь, я просто хочу поездить, позахватить, спасибо, позахватывать базу. Он просто на автоприцеле его стреляет, что ли? Ну, пожалуйста, вот. Три наших танка, и захват идет значительно быстрее. Все, 100% бой выигран. Остальных два противника даже не успели добраться. Вот такое. Собственно, режим простенький. Тут как бы комбо, комбинация машинок, гонок и танчиков. Это всегда был выигрышный вариант. Так что, думаю, режим будет пользоваться популярностью. Хотя особого... чего-то в нем вы не заработаете. Я даже не удивлюсь, если победы тут... Конечно, они не учитываются в общую статистику. Это фановый режим. Или учитываются? Да нет.
Да, конечно, я набил немного, но зато команда выиграла. Это, в общем-то, хорошо. Главное, это выигрыш. 40 очков захвата базы. Хорошо. Ничего не дают. Ни денег, ни опыта. Ну, опыт, в принципе, может быть пущен только на улучшение экипажа. Ну, да. Вот единственное, ради чего стоит тут поигрывать, это для тренировки экипажа, который потом... Правда, это не проверено, но поговаривают. Можно будет присадить на другой Чаффи. Или американский танк, например, легкий какой-то. Правда, с переобучением, но все-таки опыт-то будет уже более-менее набит. Такой вот режим. Такой вот танк. Ну и, собственно, играйте. Если вам понравился этот режим. Спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!